Оскільки нам відкритій чудних готовить просвіщення. Зір, слух, тактильність. Вам цього достатньо? Кожної середи з 20.00 на радіо Ностальжі говоримо про речі неявні, проте достатньо реальні. У програмі «Неочевидне та дуже імовірне». Ведучі програми Василь Мосійчук та Олександр Лірчук. 20.04. Вітаємо всіх присутніх біля радіоприймачів. Ми починаємо нашу програму «Неочевидне, але дуже ймовірне». Говоримо про речі, можливо, для багатьох нереальні, про те, які впливають так чи наше життя, і ми періодично десь якимось шостим відчуттям відчуваємо, що не все так просто. Василь Мосійчук і Олександр Лірчук до ваших послуг. Сьогодні нас ще очікується гість. Василь, привіт тобі. Добрий вечір. Ми сьогодні вирішили спочатку представитись з точки зору наших паспортних даних. Це моя ініціатива, ми не домовлялись. Мені трошечки за 40, тобі вже трошечки під 50. Ну так. Тобто позаду вже такий серйозний шмат життя, якщо можна так висловитись. Ні, я, знаєш, як підходжу до життя. Я щодня кажу жінкам, ви молоді чи дуже молоді? Жінкам нашим зараз небезпечно взагалі з ними заводити розмову про вік. No. Тому що це сувора таємниця, скільки буде... От зараз Олена Шипілова поруч з нами, наш звукорежисер. Скільки років, я не знаю. Вона молода, дуже молода. Останні 15 років, що я за нею спостерігаю, вона зовсім не змінилася. Так, а скажи ти, будь ласка, ти молодий чи ти дуже молодий? Бо я так і не зрозумів. Я біологічний вік свій взагалі не хочу брати до уваги, тому що відчуваю, що моя душевна організація, душевний, духовний розвиток, так, трошечки підгальмовує. Він не встигає за тілом, тіло старіє, а я залишаюся, яким був. Ага. Десь на рівні 25 років. Чому ми почали з цього? Про вік, тому що сьогодні ми спробуємо поговорити про життя вічне. Або довге. Або довге. Здебільшого, все ж таки, люди з стародавніх часів мріють про те, щоб жити вічно. Еліксіри різноманітні молодості, там вічного життя, алхіміки працювали над якимось там філософським каменем, який теж може подарувати вічне життя. Легенд чимало. В Біблії говориться про те, що нібито Ной жив 800 років. Зараз на екранах наших кінотеатрів і телевізорів чимало блокбастерів голівудських демонструються, де нашим підліткам вже намагаються прищепити любов і мрію до вічного життя. Я говорю, в першу чергу, вампірські саги. Зараз, наприклад, моя мала, я 14 років, так? Вони захоплюються цими серіалами про вампірів. Чому? Чому їм так подобається дивитися? Тому що головні герої, вампіри, вони живуть вічно. Так вони всі захочуть стати вампірами, може? Це... Нам треба сьогодні поміняти трошки свідомість людей і розказати їм про те, що вони теж можуть жити набагато довше, правда? Що для цього треба зробити? Наскільки довше питання? От моя мала, наприклад, я з нею спілкуюсь, там в неї колектив, який захоплюється вампірськими серіалами, їх чимало на планеті. Вони реально не так, як ми. Хотіли бути пожежниками, космонавтами, вони в глибині своїх душ хочуть бути вампірами. Тому що жити можна довго і володіти надлюдськими можливостями. Це нормальне бажання чи ні? Жити вічно. Я думаю, що, напевно, людина, яка хоче жити вічно, вона десь боїться, не розуміє, що таке смерть. І всі релігії, які говорять, так, вони теж говорять про життя вічне, але, напевно, не в фізичній формі. Нам хочеться все ж таки у фізичній формі. І в цій, щоб вона не старіла, правда? Ми можемо... А ти знаєш, скільки, який вік людини в Радянському Союзі був, який людина скільки найдовше жила, знаєш? Скільки? 163 роки. 163. Десь на Кавказі, напевно, в горах, да. Якийсь старець. Ні, не старець. А ти знаєш, в якому віці він ще мав дитину? 132 роки. Від нього дитина? Так, да, від нього. Він молода жилися... дружина? 52 роки. 52. 100, це дійсно зафіксовано, можна знайти, напевно, в інтернеті, 163 роки. Я поважаю цю жінку. Вона змогла його, цього старця, переконати в тому, що це його дитина. Так, саме цікаво, знаєш, що ще саме цікаво? Ага. Вона не переконувала, це дійсно була його дитина. Саме цікаво, що він був до останнього дня своєї життя, був свідомий, в нього не було старості, він пас овечок там, ходив 20 кілометрів кожен день. В нього взагалі розуміння старості не існувало. Тобто старечий цей маразм його не супроводжував? Він їв м'ясо один раз в неділю. Ага. Дуже багато були інші, як він питався, пив джерельну воду. За радянських часів всі радянські люди їли м'ясо не частіше, ніж раз на тиждень. Так, або на свято. Але в нього було багато овечок, він би міг собі їсти кожен день.
Говоримо про життя вічне. Чи варто жити вічно і чи реально нам якось своє життя зробити довшим? Не 70-60 років. Про статистику, яка зараз в Україні є доступною стосовно тривалості життя в Україні, взагалі говорити не хочеться, щоб не псувати собі настрій в порівнянні з європейськими країнами. У нас просто жахлива ситуація. Ну, да. Особливо стосовно чоловічого населення. Тому бажання жити вічно, хоча б довше, це нормальне бажання, яке притаманне кожній людині, напевно. Тому що є певні матеріальні цінності, якими ми хочемо трошечки покористуватися впродовж нашого життя, але ми не встигаємо реалізувати більшість своїх бажань за 70 років, за 80 навіть. В молодості ми там щось собі маримо, якісь там ситуації, ще щось. Пізніше тільки починаємо підходити до того, що ми хочемо, і до нас стукає смерть. Привіт, пішли. Спочатку старість. Ну, у нас старістю йде разом. Наш телефон 569-4569. І, до речі, приймаємо ваші смс-повідомлення на номер 097-2437-99. Як ви вважаєте? Перше запитання, яке сьогодні прозвучить до нашої слухацької аудиторії. Чи варто жити вічно? Або, наприклад, довго? І скільки це довго? От реально, скільки довго? Ну, ми вже бачимо, я тобі сказав, що було 163 роки, і людина жила, не будучи старою, не будучи в старості, не ходила, не було старчого маразму, не було там, не болів у нього хребет. Він постійно ходив, він достатньо дня ходив до 20 кілометрів. Ми київська радіостанція, нас слухає здебільшого міська аудиторія, міські мешканці. Вони, можливо, хтось з них скаже, хіба це в нього було життя, оце по горах бігати. Для міського, сучасного, урбанізованого українця, який живе в цих умовах, можливо, нелюдських, екологічних, яких ми зараз знаходимося у Києві, 100 кілометрів від нас Чорнобиль, такий цікавий момент, про всяк випадок. Чи реально для нас жити до 160? І яким способом життя потрібно жити? Ну, ми, напевно, запитаємо того нашого дорогого гостя, який появиться, він у нас професіонал у цьому всьому, правильно? Сьогодні ми почуємо у нашому ефірі гостя. Це врач-хірург, завідуючий клінікою КЛК «Клінік», заведующий лабораторией тканевой инженерии и клеточной терапии, глава отдела медицинских исследований компании ООО «НПЦ Амфион», город Москва, Денис Лисовой. Сподіваємось, він приєднається до нашої компанії трошечки пізніше, і ми почуємо думку фахівця з цього приводу. Адже працює людина над технологіями і, як це правильно звучить? Клеточні технології, да? Клеточні, так? Тобто ембріональні технології і технології, які пов'язані з стовбуровими клітинами. Про ці вже технології ходять легенди. Кажуть, що голівудські зірки заради того, щоб виглядати так, як вони виглядають, використовують ці надбання сучасної науки. Кажуть, російські помирають від цього. Російські зірки? Ну, скільки було інформації, що от вони приймали там столові клітини, стовбурові клітини на українській мові, і через рік-два помирали. От ми його спитаємо, чи вони дійсно помирали, чи не помирали. Він же цим займається, тобто він професіонал. Люди реально, які володіють певними фінансовими можливостями, борються за тривалість власного життя. Так, вони борються не тільки через стовбурові клітини, вони, напевно, їдять більш частіше екологічну їжу. Пізніше у них, якщо вони, якщо робота їх не поработила і вони не працюють там раді грошей і живуть на прузі, там бояться їх загубити. А якщо вони дійсно використовують матеріальний світ, десь відпочивають там, спокої, то тоді життя, напевно, буде довше в людині. Але де межа? Людина така істота, що їй скільки не дає, їй все замало. Добре, досягнемо ми рівня 150 років. Це буде середньостатистичний вік, у якому люди будуть помирати там від старості. Потім прийде нове покоління і скаже, що це таке, 160 років? Тільки життя починається. Нам 20 років, грають гармони, ми хочемо жінок, а вони в 160 мають бабки, все. Забрали наших гарних дівчат, а ми ходимо бідні. Ні, де межа? 160, досягнемо ми цього рівня. Можливо, наука нам підкине можливості, так? Ну, я будемо рухатись далі? Ти запитай мене, чи я, як я вважаю. Як ти вважаєш? Да. Ти хотів би дожити до 250 років на даний момент? Чесно сказати, так. Я хотів би дожити стільки, скільки мені дало життя. Так навіщо ж тоді ми шукаємо технології? Ні, я проти кого ми воюємо? Проти Бога? Ні, я тобі щось скажу. Ага. Я хотів би прожити свій вік в здоров'ї, радості, благодаті. А коли прийде закінчення мого життя, то просто спокійно відійти.
А от відчуєш, що приходить цей момент, і раптом тут можливості сучасної хірургії, медицини, ти думаєш, можливо, момент прийшов, а я спробую обдурити цей момент. Заморозять мене там, заморожували ж, пам'ятаєш, як помериться. Я серйозно. Ну, є така притча, знаєш, коли... Люди ж борються за життя у певних ситуаціях. Борються, і треба, напевно, боротися, треба жити до останнього видоху, тому що... Хто його знає, а вдруг щось станеться, диво якесь. Скільки є багато див, коли вже ставили на людині хрест. Я пам'ятаю одну цікаву історію, це дійсно правдива історія зі Львова. Чоловіка, коли там положили його на операцію, відкрили, подивилися, що в нього ракове захворювання, лікарі поставили хрестик на ньому, але йому сказали, у вас все нормально, йдіть живіть. І яке було здивування лікаря, коли він через 5 років він знав цього пацієнта, і пацієнт пропав. І через 5 років він зустрічає його десь на ринку, здорового. Він до нього підходить, говорить, як ваші справи? Та каже, добре, ви ж мені сказали, що я здоровий. А лікарі думали, що він уже давно відійшов в інші. Ну, такі, напевно, приклади чимало людей можуть навести на щастя. Таке трапляється. Але причина цього, вона з точки зору сучасної медицини не може ніяк не бути, ніяк не пояснюється. Що сталося з людиною? Аутотренінг себе так переконав в тому, що він здоровий. Сучасна медицина не може відповісти на це питання. Ні, от дивіться. В чому диво? Дивіться, з однієї сторони, якщо я не знаю, я не буду говорити впевнено це все, але я читав інформацію, от що мутація на Чорнобилі, да, криз, ну, щурів, якби не було Чорнобиля і вони мутувались так далі, то потрібно було б мільйон років. Ага. Вони за період 5-6 років... Пройшли їх... тривалу гілку еволюції. Так, да, гілку еволюції мільйон років. Тобто завдяки радіації еволюція може прискорюватись. Життя вміє боротись за себе. Тобто радіація в малих дозах помірних є корисною для організму, ми робимо висновок. Я не знаю. І на нас, українців, цікавий експеримент відбувається для зараз. Для щурів вона була корисна. Якщо взяти Японію, у них, коли був атомний зрив, в 50-х чи яких там роках, от я добрі історії потім такий інтелектуальний... Скачок був. У розвитку японців. Ну, японці хитріші за нас, знаєш чому? Вони не бояться сильно радіації, тому що вони розуміють, що в радіації дуже страшно, це там йод такий-то, так? І вони пацієнт своїм людям, які там живуть, вони дають просто приймати йод, і тоді радіоактивний йод, коли в нас є достатньо йоду, він нашим організмом не поглощається, і якраз від того йоду наступає... Якщо б все так було просто, то, напевно... Це горе, з однієї сторони. Це все рівно горе. Багато людей у нас в Україні захворіло, багато різних ситуацій було. Але ми до кінця не можемо сказати, добре чи це, чи погано. І хочемо жити довше. Хочемо жити довше. А може... Лучше... І 160 років – це не межа наших бажань. Сашко, а може краще жити все-таки якісно? Може прожити життя в любові, от, в щасті, в радості, в здоров'ї, саме головне. Ми ж говоримо не тільки про довге життя. Ти б хотів би лежати в ліжку і жити довго, хворим. На дивані можна, перед телевізором. Ні, а хворим, ти ж не хочеш лежати. Знаєш, як мій дід... Немає здорових людей, є ті, що погано досліджені. Лікарі говорять. У мене в сім'ї так було цікаво, люди не боялись смерті. І коли в діда захворіло серце, приїхав лікар, говорить, діду, ми ж вам, говорить, поставимо капельницю, ви будете здорові. А він, знаєш, що відповів? Каже, яка різниця, коли помирають, все рівно помирають. Говорить, мій час наступив, чи помирають в 70, чи в 30, все рівно треба вмерти. Тобто на той момент твій дід, в принципі, якщо б йому запропонували, а хочете до 160? А він не захотів. Він відмовився? Він відмовився так. Він відмовився від того, що він міг жити. Йому лікарі говорили, давайте капельницю заберемо в лікарню. А в нього були дуже добрі, хороші відносини з бабусею. Тобто, якщо правильне життя прожити, насичене, людина в певному віці, там, 70, 80, 90 років, може підійти до цього моменту достатньо свідомо і відчути, що цей етап свого перебування на планеті Земля закінчено. Ну, от в нього так сталося. Я дякую. Це щаслива цьому. Людина? Ну, він так відійшов спокійно. Він навіть знав, каже, в середу будуть похорони і все. Чи варто жити... Вічно або довго. Наш телефон 569-4569. СМСки приймаємо за номером 097-2437-99. За кілька хвилин сподіваємось почути наші студії гостя з Москви.
Говоримо про речі неявні, проте достатньо реальні. Програма неочевидна та дуже ймовірна. Василь Мосійчук і Олександр Лірчук до ваших послуг. Говоримо сьогодні, наше питання звучить так: чи варто жити довго або вічно? І скільки, якщо довго? Який термін життя вас би, наприклад, влаштував би на даний момент? Адже людство, медицина, сучасна наука бореться за продовження життя людського. Правильно робить, правильно? Напевно, що правильно робить. Прожити життя здоров'ям – це ж дуже добре. Тим більше, ми виховані, виросли на легендах, на міфах, які свідчать про те, що колись були часи, що люди жили небагато довше. 800 років. 800 років. Можливо, тоді час по-іншому якось шов. Можливо, це просто міфи. Інші. А може радіацію, тут пацієнт нам, говорю, пацієнт, дзвонив. Ми всі пацієнти в цьому світі. Дзвонив нам хтось і каже, що ми не розбираємось в радіації. Ми дійсно не розбираємось в радіації. Ми з тобою ведучі. Ми вибачаємось, якщо ми дійсно хочемо почути правильну думку про це все. Правильно чи ні? Правильно. Просто на даний момент всі багато знають про вплив радіації на організми живих істот. Проте, можливо, все ж таки люди не все знають, не все розуміють на даний момент. Наприклад, ваш покірний слуга був зачатий на території міста Сімипалатинськ у 71-му році, вибачте. Там батьком моїм, мама моя там прожили 14 років на ядерному полігоні в місті Семипалатинськ. Всі випробування повітряні і підземні, які з 61 по 71 відбувалися на ядерному полігоні в Казахстані, проходили за участю мого батька. Але ти ще молодий, а не боїшся, що от може там щось заложилось негативне? Можливо. І як це моє, я буду з цим жити. Страхом чи просто жити будеш? Мені цікаво. А як буде далі? Що буде далі? Ситуація. Так. От, у нас є студії, да? У нас є студії. Дозвольте представити вам, у нас гості з Москви. Денис Лисовой, врач-хирург, заведующий клиникой в Москве КЛК Клиник, заведующий лабораторией тканевой инженерии и клеточной терапии, глава отдела медицинских исследований компании «Амфион», занимается стволовыми клетками. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Приветствуем вас на нашей киевской земле. Да, ласкаво просимо. Приветствую. Да. На этой прекрасной земле. Стволовые клетки в понимании обычных людей связаны в первую очередь вот с этой проблемой. Проблемой вечной, либо долгой жизни. Хотя не все к этому относятся однозначно. В мире по-разному воспринимают научные круги и религиозные круги эти технологии, так же, как и клонирование людей. Считается, что это не очень этично. Но все-таки главная цель этой технологии стволовых клеток – использование. Это главная цель такая же, как и у медицины в общем. Это не продолжительность жизни, это качество жизни в первую очередь. Когда есть качество жизни, тогда можно говорить о продолжительности жизни. И любая технология должна работать во благо. Человек должен жить качественно, жить долго. Жить долго столько, сколько ему отведено. Никто не ставит задачи продлить жизнь. Ставится задача качества, решить те проблемы, которые нельзя решить какими-то либо другими технологиями на сегодняшний день. И просто мы привыкли жить в страстях. И какие-то сплетни или еще что-то. Это страсти какие-то. Что вы имеете в виду под страстями? Ну, ведь огромное количество есть используемых методик, которые точно так же могут пугать человека. Операция на открытом сердце, когда останавливается сердце, аппарат искусственного кровообращения, который придумали в 50-е годы, и сейчас это стандартная технология оперативных вмешательств. Она никого не пугает, и никто об этом не думает. Но в свое время пугала. Конечно. Аппарат искусственной вентиляции легких, препараты, которые существуют. По сути дела, человека же умерщвляют, правильно я понимаю? Да. Останавливается сердце. Да, он юридически, здесь очень интересный момент, он юридически считается мертвым. Это время, да, безусловно, во всех странах мира. Мы об этом не задумываемся сейчас просто. Нет, мы не задумываемся, мы должны понимать, что это нормально, потому что ведь задача и стоит улучшить качество, я еще раз подчеркиваю слово, и на сегодняшний день в стандартах лечения мы отталкиваемся от двух точек – качество, продолжительность. Даже если для этого человеку придется побыть какое-то время мертвым? Ну, безусловно. Ну, а ведь
Это пугает? Персонификация, персонализация медицины. Мы не думаем о миллионах, мы думаем об одном человеке. Тот, который обратился со своей проблемой. И мы обязаны максимально использовать все те ресурсы, которые можно использовать на сегодняшний день. И параллельно изучать, понимать структуру, физиологию и отталкиваться от, от этих вещей. Это научный подход, это правильный подход. И не нужно бояться. И я вам хочу сказать, бояться нужно фастфуда. Бояться нужно сладкой воды, которая не физиологична для нас. Мы никогда не ходили, не ели глюкозу ложками. Кстати, наши предки. Вот кстати, один момент. Бояться. Один момент. На прошлой неделе вся мировая общественность была встревожена сообщением из далекой, никому не нужной, богом забытой Швейцарии. Там запретили фастфуд Макдональдс. Правильно сделали. Швейцарии? Так кому она нужна, эта Швейцария? Они нам не пример. Ведь вопрос не в том, что кому надо. Весь вопрос состоит в том, что нужно бороться с вещами, которые по-настоящему несут какую-то угрозу. И ведь, понимаете, мы все такие ярые демократы и все остальное. А ведь в советское время, в Советском Союзе врачи заботились о человеке и разрабатывались столы, питание, и там, заводы, какие-то фабрики. Рыбный день четверг. И рыбный день в том числе. А нас кормят дрянью сейчас, а мы говорим о каких-то высоких технологиях и все остальное, когда люди пьют пиво непонятно где, намешанное, лежат на диване, смотрят агрессивные каналы, какие-то сплетни, а вы хотите говорить о каких-то там высших вещах. Но надо научиться сначала заниматься зарядкой там, или спортом, там, пресс поджиматься. Потом уже можно думать о каких-то там клетках, о каких-то трансплантациях там, или еще чего. Должна быть культура, понимаете? Денис, а скажи, пожалуйста, вот говорят же о клетках, что от них умирают. Но все мы смертные, понимаете? Ну, вот я сегодня тоже летел в самолете и вот взял и перекрестился. Думаю, а вдруг вот возьму и упаду, понимаете? Ну, нельзя так подходить. Вот умирают, не умирают. Эти вещи, которые заложены в нас, мы рождаемся, процесс эмбриогенеза, это процесс дальнейшего бытия, существования любого живого организма. И весь вопрос состоит только в том, что это нужно изучить, понять, описать это все, а дальше подумать, как это можно использовать во благо. Все что угодно. Мышеловку тоже можно использовать, так сказать, в борьбе с нерадивыми бабушками-соседками, понимаете? Сколько бабушек полегло? Смотря какую приманку использовать. Травматологи лучше знают. Стволовые клетки – это панацея? Панацеи не существует. Нужно, это одна из технологий, которая позволяет использовать, например, тогда, когда невозможна трансплантация сердца. Есть причины, или, например, ретрансплантация сердца, или какие-то печеночные недостаточности. Тогда, когда, да самый банальный вопрос, например, нет донора. Вот находится пациент в листе ожидания, а нет донора. Или невозможно, например, там самолетом переправить. И тогда нужно использовать. Мы же не можем отказаться. Тогда, получается, мы будем не люди какие-то, если мы не будем бороться за своего, так сказать, соплеменника. Денис, а скажи, пожалуйста, у тебя были случаи, когда вот человек был при смерти, и вы действительно применяли вот такую технологию? Да, безусловно. У нас все пациенты, которые обращаются, так или иначе, при смерти. Мы... Так или иначе, это используется тогда, когда человеку, по большому счету, уже ничем не поможешь. В чем принцип? То есть, есть масса высказываний против этой технологии, потому что там, насколько я понимаю, используются клетки, взятые у эмбриона. Ну, это совершенно неправильно, это деструктивная позиция, против высказываются люди, которые к этому не то, что не имеют никакого отношения, они сидят там вот на заборе, там в детстве вот они сидели, там что-то кричали, там и все остальное, и сейчас у них работа такая вот, сидеть там что-то покрикивать, попискивать,
забираются ткани у самого же пациента. Понимаете, либо создаются банки на сегодняшний день, где точно такое же донорство, как и донорство органов. И это деструктивный вопрос, это разговор, опять же, со страшилками. Другой вопрос, кому это нужно, страшить людей? Кому? Да, вот это уже интересный вопрос. Я не знаю, может, церковь кричит, но у церкви там свои какие-то нетрудовые доходы, может быть, оттуда. Серьезное заявление, между прочим. Но... Да, могут притянуть к ответственности. Ну, да. Так сказать. В Москве, в Украине никто его не работает. Его все не... новые технологии, так или иначе, они встречают определенное сопротивление у, скажем... Они и должны все... Новое всегда встречает сопротивление. И в сопротивлении в этом рождается какое-то истина рождается. Поэтому да, сопротивление не должно совершенно пугать. И я не вижу здесь вообще на сегодняшний день никакой проблемы. Должно ложиться это все на... Это должно все научно объясняться, должна быть подведена база какая-то и все остальное. И ну, совершенно неправильно, понимаете, летать в космос. Вот представьте себе, мы на сегодняшний день бороздим Вселенную какими-то спутниками, запускаем обезьян, мышей, людей. А при этом мы не можем помочь сами себе. Мы не можем лечить, точнее, не мы не хотим. Пациент, например, не хочет ту же самую гипертоническую болезнь лечить. Вот недавно исследования прошли большие такие в Соединенных Штатах Америки. Там, по-моему, более 50 тысяч пациентов. Их разделили на две группы. В одной группе давали препараты бесплатно, а в другой группе они платили деньги, но, скажем так, не очень большие. И вот результат этого исследования был очень интересен. Всего лишь 8% пациентов принимало лечение, лекарства эти принимало, в группе, которая была бесплатной. Это говорит о том, что человек просто не хочет. А если человек не хочет, а мы не можем тогда говорить, если он не хочет принимать один препарат какой-то, там самый дешевый, как можно говорить о каких-то вещах? То есть наплевательское отношение к самому себе? Конечно. Это а с деньгами сколько? Больше, кстати. По-моему, если мне память не изменяет, что 12 или 15%. И добавки просят. Дайте еще две, я же заплатил. Не, они не вкладывали. Но вы представьте себе эти цифры. А это, конечно, поэтому в первую очередь нужно воспитывать культуру. Но это не наша работа. Но мы занимаемся другой работой. Но нужно понимать, что это социальный какой-то аспект. И это серьезный, но не нужно, понимаете, а то у нас получается там вот нанотехнологии. Ну вот мы нанотехнологиями двери красим, нанотехнологиями кушаем и все остальное. А что такое нанотехнологии, вам не скажет никто. И все, и любой уважающийся там... профессор, физик или химик просто рассмеется в лицо. Но все делают вид, что это очень важно, очень нужно. И, понимаете, не должно быть перекосов. Так все-таки скажи, пожалуйста, вот это опасно для жизни или не опасно? Или это в руках непрофессионала опасно, а в руках профессионала не опасно? Вот наши... В руках непрофессионала все опасно, даже этот микрофон перед нами. Да? Можно ударить. Это неправильно, это, наверное, все-таки неправильно поставлен вопрос. Вот опасно, не опасно. Я еще раз говорю, все опасно. Мы сейчас сидим в студии, вот молния ударит. Опасно ведь. Мы немножко отклонились от темы. Стволовые клетки. Про них уже легенды ходят. Ну, так или иначе, вот я смотрел в интернете, люди связывают эту технологию с вопросом бессмертия. Да, я тоже читал это. Есть такие догмы, я не знаю, может, слухи. Ну вот с помощью этих технологий мы сможем жить вечно. Ну, может быть, с помощью этих технологий, может быть, с помощью других технологий, которые лежат в этом же аспекте. Это уж касается вообще биологии клетки. Не только стволовости ее, а именно биологии клетки. И, знаете... Вот вы тут поднимали вопрос там религии и все остальное. Так вот, в Библии написано... Лучше не трогать Библию. Нет, были у Авраама там сыновья, кто там, Исхак и Яков. Так вот, один из них попросил у Бога старости, а другой попросил болезней. Потому что в те времена люди не старели и не болели.
Но я думаю, кое-кто решил таким образом решить популяционные какие-то аспекты, потому что людей становилось много, кушать было нечего, поэтому нужно было как-то покидать эту нашу бренную землю. Вот. С той же целью в начале первого тысячелетия организовывали крестовые походы. Да, мы являемся высшим животным, но по большому счету мы же построены как конструктор Лего. От простейшего к сложнейшему. Если брать тех же самых амфибий, они регенерируют. Если брать клетку, то она может до 100-150 циклов она может регенерировать, она может саму себя превращаться без каких-либо изменений. То есть поэтому это заложено, но это выключено, понимаете? Ведь тот, кто нас создавал вообще этот весь мир, то это существо, там, его называют там по-разному и все остальное, какое-то высшее. Бытие. Бытие. В этом ведь это же очень умная конструкция. Мы все нам там рассказывают, какой-то дедушка с длинной бородой, там, седой и все остальное. Можно по-разному это все воспринимать, но заложены эти механизмы, но они выключены. Кем? И почему выключили? Ваша версия, как врача. Вы перед вами на операционном столе лежат там десятки, сотни людей, которые, возможно, там в разной ситуации. Вы лично, видя смерть перед собой, вы верите в то, что человек это не просто биологическая форма жизни? Знаете, когда вы увидите клетку под микроскопом, то вы тогда поверите, что... Во что? Нас не атомный взрыв создавал. То есть это не случайно все? Да, ну, послушайте, мы настолько, понимаете, не то чтобы сложная конструкция, она не такая уж и сильно сложная конструкция, она до такой степени идеальная, что просто... Знаете, Эйнштейн, кстати, вы знаете, был какой спор великий между вот физики, не вот настоящие, кто знают физику, они подтвердят мои слова. Между прочим, вот был спор между Эйнштейном и Гейзенбергом. Ну, знаете, да, вот. И есть это неравенство Гейзенберга. Так вот, Эйнштейн и спорил по поводу того, что вот по поводу Гейзенберга статистически искал там... подход у него был статистический в этом расчете, а Эйнштейн, даже тогда, когда Гейзенберг лежал уже в больнице, фингал у него с инфарктом, под глазом был. И он пришел к нему, будучи тот в тяжелом состоянии, он ему сказал, что Бог не играет в кости. Вот понимаете, не играет в кости. Идеальная система. Даже такой великий человек, как Эйнштейн, глубочайший ум, мыслитель. Так все-таки ваше мнение? Человек, клетка – это чисто биологическая форма жизни? Либо мы чего-то не видим? Клетка состоит из химических, грубо говоря, да? Это молекулы, это неживые. Но человек? Но неживое создает живое. И, конечно... Хирург в душу верит? Ну, господи, я не знаю врачей, которые не верят в душу. В свое время я слышал интервью известного нашего украинского хирурга Амосова. Он сказал, что он верит только в биологическую сущность человека. Да, но он написал книгу, если мне память не изменяет. И в конце своей жизни он сказал, что он все-таки верит в Бога. Я, по-моему, это было так, и я не должен ошибиться. Поэтому, понимаете, ведь вы должны понять, что это личное дело каждого. Верить во что-то, не верить, это все закладывается. Но у вас есть опыт, который отсутствует у большинства людей. Но ведь я не ставлю задачей своей поиск того, кто нас создал. Или как это произошло. Этим занимаются совершенно другие люди, в других специальностях. Но вы изучаете его работу, его плоды деятельности. Ну, конечно. Конечно. Это совершенно. Денис, ты дружишь с тем, кто это создал? Ну, я не могу с ним дружить, мы с ним находимся на разных уровнях. А нам в древних писаниях говорят, что он в нас. Ну, может, это он через него что-то создает? А кто-то будет говорить, что это плохо? Я думаю, нам каждому вкладывается инструмент при рождении, которым этим инструментом мы можем либо... Как у меня перед домом цветочки, понимаете? Либо их могут растоптать и размять, либо их могут превратить в прекрасный сад. И для того, чтобы жить на планете Земля в этом прекрасном саду, мы рождаемся для того, чтобы что-то привнести. И крупица к крупице, частица к частице, получить результат. Благо.
благо. Но у нас благо сейчас это слово. Благо это Bentley Continental. Благо это у нас девица с пятым размером груди. Понимаете? Чувствуется, человек из Москвы приехал. Есть другие блага. Конечно, прекрасный Continental, прекрасный пятый размер груди. Вот. Но есть другие блага. И ведь на самом деле-то, наверное, эти механизмы у нас выключены по одной простой причине. Потому что слишком уж мы низкие. Вот такое мизерабли, вот это вот прекрасное слово. И только тогда, когда мы разовьем свою духовную составляющую, вот тогда мы и будем жить дольше. Активируем. Конечно, свои функции это же все взаимосвязано. Представьте себе дать аборигену вечную жизнь и огромную силу к его мотыге. Ну, кстати, они, возможно, аборигены в чем-то выше нас. Понимание некоторых процессов. Знаете, не я писал книгу «Горе от ума», правильно, поэтому... По крайней мере, они не уничтожают планету, на которой живут. Кушают столько, сколько могут скушать. Да. Нет у них 100 пар туфлей, 20 машин. И те резервации, да, где живут индейцы. Вы знаете, я вот сегодня ехал из аэропорта, и по поводу 20 машин и 100 пар туфлей мы обсуждали, кто лучше себя ведет на дороге. И я говорю, вот знаете, едешь по Рублево-Успенскому шоссе, и там вот Феррари, Мацерати, говорю, вот почему-то они себя на дороге ведут хорошо, и дистанцию соблюдают, и все остальное. А вот так что здесь вот поспоришь. Теперь мы знаем, где у него дом. Да. Мы вас на экскурсию на окружную нашу свозим. Да, все видно, все видно. И... все, понимаете, уж нам всегда все видно. Что-то поэтому... он нам тайн не рассказывает никаких, правда? Мы ему говорим, а он так красиво говорит. Так все-таки, клетка это плохо или хорошо? Это хорошо, это во благо. Понимаете, весь вопрос... ведь все по показаниям. Ведь все по показаниям, тогда, когда это нужно. Конечно, когда речь идет о косметологии, там начинают вот... Ведь откуда начались вообще все эти, скажем так... изыскания. Сплетни. Да изыскания начались еще давным-давно, понимаете? Даже Булгаков так вот украдкой так пытался говорить там вот о каких-то вещах, понимаете? Это беспокоило умы людей, это беспокоило тех людей, которые занимались эмбриологией и механизмы вообще. Ведь люди в 17-м, в 16 веке думали, что вместо яйцеклетки, понимаете, у женщины маленький человечек, и он там развивается. И беспокоить, ведь с какой стороны это беспокоит? Для чего весь вопрос? Понять механизм очень важно. Применять, ну, конечно, нужно применять, нужно смотреть, нужно наблюдать, нужно нарабатывать результаты, отдаленные результаты, как это будет. 10 лет назад это было одно, а сейчас совершенно другое. Ну, есть люди... успехи, развивается технология. Вы знаете, очень хорошие успехи. И вот вы, кстати, подняли вопрос вот продолжительности жизни. Аппарат искусственной почки. Да. Ну вот диализ, вот отделение диализов, их огромное количество. Вы себе представьте, эти люди, которые живут на аппарате искусственной почки, они пережили свой тот срок, который им был отведен до того, как эта технология была придумана. Они бы погибли просто. А на сегодняшний день они не просто живут, они еще и качественно живут. Вы понимаете, что мы движемся туда... вот это благо, те, о которых вы... Вот это для меня это благо. Когда ты видишь человека через 5 лет, через 10 лет, он продолжает жить. Это благо. Но мы ведь... я еще раз говорю, что мы-то находимся один на один с пациентом. А о каких-то социальных, политических вопросах, социологических вопросах, это не наши задачи. Это не... Или какие-то политические. Мы в этом не участвуем. У нас это не наша... Но это на вас влияет, на вашу работу. Да. К сожалению, на зачастую негативно это влияет. К сожалению, это все влияет негативно. Вообще, когда политика вмешивается в фундаментальные вещи, в научные вещи, ну, только портит. Ну, извините, наука не один раз нас подводила уже к
краю ну, пропасти. Как наука, ну как наука может подвести? Это не наука. Вы нам бомбу придумали ядерную. Не наука подводила нас к краю. Это мы подводили за счет инструмента научного сами себя к краю пропасти. И политики, которые этим пользовались. Понимаете? Но не более того, как может подвести наука к краю пропасти? Дайте ребенку фонарик, а он пойдет бить голову в детском саду. Да что вы скажете, что его фонарик подвел? Современные дети уже использовали этих целей фонарики. Они уже пошли дальше. Я думаю, по поводу технологий вас должен больше пугать интернет, всякие там вот эти социальные сети. Это все очень хорошо, нам нравится. Неочевидное, та дуже імовірне. 21.04 столиці України, це радіо Ностальджі, наша хвиля 92.0 МГц. Вітаємо всіх тих, хто тільки щойно приєднався до нашої компанії. В студії Василь Мосійчук, Олександр Лірчук і наш гість з Москви Денис Лісовой. Врач-хірург, заведующий клінікою, який займається тканевой инженерии, клеточной терапии. В частности, такими технологиями, которые в нас в простонародье называются стволовыми клетками. Еще раз, здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Добрый вечер. Все-таки стволовые клетки. Вот я же подготовился, я тут проштудировал весь интернет, я человек простой, всю информацию с интернета беру. Там пишут, что в частности для омоложения стволовые клетки используются, что звезды современного шоу-бизнеса все практически через это прошли. Даже пишут о том, что Путин этим пользовался там, и так далее. Ну, слухи. А мы живем за счет слухов. Где же мы можем взять достоверную информацию? Ну нет, нужно разделять зерна от плевел. И кто что использует, куда кто что делает, это же личное дело каждого человека, с одной стороны. С другой стороны, это история болезни, которая является закрытой информацией. Поэтому вменяемые люди никогда это не обсуждают. А на самом деле, безусловно, это как технологии и в омоложении, и все остальное. Но опять же, что подразумевать под словом омоложение? И я хочу сказать, что то, что пытаются делать, и сейчас от этого уже, я так смотрю, некоторые начали отходить, пытаясь, например, там колоть те же самые клетки, или то, что они называют клетками стволовыми, там, в кожу и все остальное. Ну, вот эти вещи все, конечно, вызывают. Есть эффект? Опасения, я так понимаю. Ну, я хочу сказать, что да, это вызывает определенные опасения, и ведь вы должны понять, что мы договорились о чем? Что у нас заложено определенное количество стволовых клеток, которые живут с нами всю нашу жизнь. Да? Да, изначально, благодаря им. Это тот ресурс, который черпается. У нас любая клетка погибла, стволовая клетка делится на эту клетку, которая погибла, и на саму себя для того, чтобы поддержать эту же популяцию, то же самое количество. Поэтому, если говорить о технологиях, то здесь сразу два подхода становятся для любого человека, даже не профессионала, понятно. Это либо индуцировать собственные клетки в процессе для того, чтобы они превращались в нормальные рабочие клетки, либо брать извне. То же касается косметологии, например, эстетических каких-то вещей. Мое мнение личное, что лучше, конечно, проводить так называемую индукцию. Использовать те же самые белки. Что это такое? Ну, это, наверное, плацента, я так понял, ведь, да? Ведь все работает, ведь клетки превращаются не просто так одна в другую. Это называется индукция. Действует белок, действуют так называемые векторы, которые стимулируют клетку к тому, чтобы она делилась. И делилась не просто там, на саму себя или поделилась, например, на какую-то, назовем их, рабочими, да? Вот если так подходить, то мне кажется, это более благодатная почва для работы. Вот если говорить серьезно, я много слышал, читал, мне когда-то показывали даже там за рубежа, где-то у нас тут берут, там есть такое понятие, как плацента, она используется в таблетках, в кремах, во всем используется. Но, безусловно, в плаценте изначально заложены те белки, которые участвуют в процессе эмбриогенеза. Стоп, клетки. Чья плацента используется? Ну, плаценты разные используются. Чья? В аптеках мы можем прийти купить там плаценту коровы или овцы, я уж, честно говоря, не помню, но какого-то парнокопытного, это точно. А человеческое? Есть те, кто используют зарегистрированные. Вот японская, я знаю, да, это человеческая плацента. Очень, японки... это очень. А в кремах очень часто, во многих. Но понимаете, опять же, вот берем крема, например, вот там содержатся какие-то белки. Вот все говорят, вот омолаживание, белки. Да ни один белок
не пройдет через барьер. У нас барьер, ну мы же сидим с вами, представьте себе, сейчас бы все микробы проходили бы у нас через кожные покровы. Это первый барьер, кожные покровы. Представьте себе, мы бы все бы погибли от инфекции. То же самое и здесь. Не может он пройти через барьер. А для того, чтобы он прошел через барьер, для этого вот, ну, используют то, что вы называете уколом, инъекцией. Понимаете? Так что, все-таки вот таблетки, крема, это все-таки... Ну, вот мы сейчас находимся в такой благодатной стране, в такой прекрасной стране, где очень люди любят хорошо, качественно покушать. Вы пойдите, купите в магазине соленые огурцы и с грядочки возьмите. Есть разница? Ну, вот это то же самое, понимаете? Все же консервировано. Все уже изначально, понимаете? Все, что мы консервируем, это уже изначально хуже. Не живое. Ну, давайте скажем так, вот если это доступно для людей, то давайте назовем это неживое. Если я имею в виду как просто такой адаптирующий термин, пускай это будет неживое. Но если говорить о кремах или еще чем-то, оно просто не проходит барьеры. Это прекрасно знают все остальные, те же самые дерматологи, они прекрасно об этом знают. Я имею в виду заведующий кафедрой. То есть втирать бесполезно что-то себе куда-то. Насчет плаценты, насчет белков, активных белков, я так понял. Ну, вы понимаете, ведь это уже все те вещи. Просто смотрите, нас пытаются втянуть в законы бизнеса. Всю медицину и все остальное. И нам говорят, что вот должно быть удобно, должно храниться годами, должно еще что-то. Но вспомните аптеки, когда выписывался рецепт, вы шли в аптеку, вам аптека... Готовил. Вот. Понимаете, то же самое, что мы сейчас говорим о технологиях, которые handmade, сделаны руками. Это делается исключительно под пациент. Понимаете, это невозможно. Можно что-то пытаться сохранять. Те же самые клетки, их можно морозить, можно еще что-то. Но это не то. Понимаете, это не то, это не так. И нужно, положа руку на сердце, об этом говорить, что это правда. Вот. И то же самое, то, что касается той же самой плаценты. Ведь мы говорим в данном случае о белке. Это не просто... Который берется с плаценты. Выделяется. Это выделяется. Этический момент. Вы сказали, что вот в Японии, к примеру, используют для создания этих лекарств человеческую плаценту. Ну да. Кто те люди, которые отдают свою плаценту другим роженицу. Людям? Роженицу. Сознательно. Да, но это... Что такое плацента? Можно два слова это нам? То есть я внутрь своего организма употребляю какое-то вещество, которое выделено из организма другого человека. Это не организм плацента. Это каннибализм? Да нет, ну что вы, ну господи, ну вы тоже так, это какой каннибализм, господи, ну причем вы же съели его, что ли? Ну, это же вещество, оно произведено. С точки зрения, вот, принципиальный вопрос, оно где? Это же не животное, это не в природе, не в растительном мире возникло. Это возникло в организме другого человека, пусть даже японки. Чем она хуже меня, например? Нет, а я просто не могу понять суть вопроса. Просто до этого момента все-таки мы не сталкивались с такими... Если брать белки... Вот брать белки, это работа с этими веществами, это огромнейшие молекулы, которые очень специфичны, которые практически невозможно сделать путь. Вот смотрите, с инсулином, сколько его пытают, там этот белок, он там манюпусенький такой, его пытаются там синтезировать по-всякому, это очень сложный процесс, это очень дорогостоящий процесс. Если подходить к этому серьезно, они и к белкам, вот такой группы, это называется работа в тандемах, они работают вместе, и как только вы, например, отделяете один от другого, они перестают просто действовать, и поэтому любому маломальски знающему в этой области человеку понятно, что этот ресурс нужно брать, это нужен биологический ресурс брать откуда-то. Вот, и вы понимаете, этим занимаются этические комитеты, если им дали разрешение на это право этического комитета. Ага. Так я про это говорю. Но если сердце пересаживает и этически это правильно, то же самое. Если касаться этой темы, а что здесь такого? Это обычный акт
рождения, при котором получается, скажем так, условно, просто какой-то кусок ткани, который выполнил свою функцию, не нужен. Он... Почему я этот вопрос затронул? Потому что благодаря вот этим нюансам и эта технология встречает определенное сопротивление в определенных кругах. Ну, я думаю, сопротивление не сама технология встречает, а сопротивление встречает, понимаете, у нас люди любят больше поговорить, чем что-то сделать. Но в свое время... Поэтому мои пациентки жалуются на то, что у них нету нормальной половой жизни. Потому что их мужья, вместо того, чтобы прийти ее поцеловать цветами, они сидят, отращивают пузо и смотрят футбол. Причем при этом я не понимаю, почему футбол. Но с пузом можно отрастить и смотреть. Хоккей. Там какой-то маразм смотреть можно. Футбол, хоккей. О, да, баскетбол. Класс. Да, вот это вот. Ну, можно пресс пойти покачать. Поэтому это все на уровне... Напиться можно, тут нам говорит Костя. Понимаете, на зло бабушки отморожу уши. Вот есть хорошая русская поговорка. У нас телефонный звонок. Зірвалася людина. 569-4569. Люди бояться дзвонити сьогодні. Може нас не чують, може їм тема не цікава. Група Modern Talking у нас. Давайте трошечки розслабимось, тому що напружена така розмова, судячи з цього. Тому що ми тут присутні у студії в якості ведучих не все до кінця розуміємо, так само, як і наші радіослухачі. Хочемо розібратися, чому про етичні моменти, про етичні моменти, там, от я употребив слово канібалізм. Це я в інтернеті начитався. Це не моє мнение. Знаю, що в своє время... Технология переливания крови от одного человека к другому тоже встречала большую... Я причем подчеркну, не когда-то, а существуют определенные учреждения, их по-другому не могу назвать, религиозные, где на сегодняшний день это считается у них преступлением. Переливание крови. И по этой вине у нас полгода назад погиб маленький ребенок, которого сбила машина, его мать, соучаствуя в этой организации, не дала разрешения на переливание крови. Вот и решайте сами, понимаете? А суд 2 дня решал дать возможность решать врачам или решать матери. Ребенок погиб. Поэтому, понимаете, просвещение. Мы, понимаете, все глупости, они от незнания. От невежества. Да, безусловно. Но ведь у религиозных лидеров есть свои основания считать это негативом. Они несут ответственность не только перед законом, но и перед высшим законом. Не нам решать, не мне во всяком случае. Обсуждать их действия какие-то или еще что-то. Я свою оценку дал, поставил галочку и пошел дальше. Это не останавливает меня, моих коллег в работе в дальнейшем. Понимаете, как профессора Демихова, который подсаживал голову щенка матери, пришивал. Это существо с 2 головами жило до 9 часов. Человек, который развил и создал аппарат искусственного кровообращения. Его не останавливало это. Понимаете? И в дальнейшем его знают. Он является отцом мировой трансплантологии. Дебейке учился, приезжал специально. Да, великий кардиохирург-то. Поэтому, понимаете, специально посещал Советский Союз для того, чтобы с ним познакомиться. Это не остановило человека. Его знания через многие годы пригодились. Поэтому... Но у нас есть определенный страх, что вы в своих изысканиях можете нам на голову вырастить каких-то монстров, извините. Ой, вы знаете, я вам хочу сказать... Мы помним Франкенштейна? Да, нам по телевизору показывают. Вы знаете, да. У нас только Франкенштейном в метро ездит, что проблемы все не в этом стоят. Проблемы стоят в глупостях людских. Говоримо про речі неявні, проте достатньо реальні. Хочемо ми жити не те, що довше. Ну, зрозуміло, після нашої розмови сьогоднішньої, кожен зробив свій висновок, можливо, вже з наших радіослухачів. Головне завдання – прожити своє життя якісно, а тривалість цього життя, можливо, і немає такого вже особливо високого значення. Навіщо жити 160 років, якщо все своє життя, всі 160 років мучишся? Як кажуть, є телефонний дзвіночок, перший сьогодні. Алло, вечір добрий вам. Вечір добрий. Слухаємо вас. Це пан Анатолій. Так, пан Анатолій. Скільки на років... На російській чи на українській мові? Давайте на російському, да, тому що у нас гость із Москви. Скажіть, скільки ви хочете років прожити? Да, у вас є цифра? Я якраз смотрю книгу, яка написана чоловіком, який займався довголетием. Це Ілля Ілліч Мечніков. «Етюди о природі чоловіка», де він розглядає цей вопрос і іще інстинкт смерті. Но он пишет следующее. Он говорит, я очень желал бы свидетельствовать такой захватывающий интерес
к этому вопросу. И мне удалось, хотелось бы это наблюдать. Но все, на кого мне пришлось ссылаться, оказывалось совершенно иначе построенным. Он смотрел престарелых и нашел только два свидетельства Токарского, где бабушка 100 лет, она сказала, что она хотела бы заснуть, умереть. И второй случай, это действительно было 85 лет, Фогель описывает, старушка как будто хотела умереть. Инстинкта смерти он ни у кого не нашел. Вы хорошо сказали, Александр, что лучше прожить меньше, да лучше, да? Ну, там есть еще классики, говорят, чтобы не было стыдно за бесцельно прожитые годы. Меньше да лучше, это еще Ленин говорил. А как же камикадзе вот эти пояса шахидские? Что-что? Ну, вот эти камикадзе, которые вот сейчас во Франции там... Мы еще не говорим о камикадзе, У них же инстинкта смерти-то не отсутствует. Гранатами и за 50 долларов идут под танки в Афганистане. Это все навивное. Если уж так говорить, то надо было бы сказать следующее, объединивши два положения. То, что говорил уважаемый господин Лесовой, вот посмотрите, все, что мы не знаем... Мы знаем благодаря мечтам мечтателей, фантазеров и ученых-поэтов. Хорошая фраза принадлежит человеку, который умер в 1945 году в Москве. Он умер 6 января, родившись в 1883. Дякуємо вам за телефонний дзвінок. Дуже довго. Ви просто, у вас не запитання, у вас просто коментар був. Дякуємо. Якщо можна, немножко поговорити. У нас ефір, розумієте, ми поговорити можемо поза ефіром. Є питання для нашого гостя. Ви все-таки займаєтесь, у вас є багато інформації. Ми можемо вислухати ваше питання. Дякуємо за дзвінок. 569-4569 наш телефон у студії. Денис, к вам вопрос. Ну, вы знаете, я вот очень интересный человек. Вот. Угу. Просто желательно как-то так вот очень более кратко высказаться. И вы знаете, вот для меня, ну, красивые слова. Раньше люди 100 лет назад выражались намного красивее и более поэтичнее, чем мы сейчас, к сожалению. А вот хотела заснуть. Ключевое слово. Ведь заснуть хотела, потому что болела, потому что тяжело, потому что было качество жизни, то, о чем мы и говорим. Качество жизни низкое. Сейчас? Нет, всегда. У нас звоночек есть, ребята. Всегда давайте качество послушаем. Жизни болит, а болит, надо как-то избавиться от этой боли. Вот поэтому человек... Так болело и 100 лет назад, и сейчас болит? Истощается, и, конечно, в конечном итоге он перестает сопротивляться. Это если так глубоко подходить к этому и рассматривать. А если мы качество жизни, например, в те же самые 86 лет бабушки приходят в поликлинику, сейчас на них смотришь, на них ходят, там играют в теннис или еще что-то, они уже не хотят заснуть. У них клубы по интересам формируются. Да, может еще сходить можно. Да, так звоночек есть у нас, ребята? Вещь. Есть звоночек? Есть звонок. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы говорили о социальном факторе, который влияет на здоровье наших землян, скажем так. Это очень важно, потому что вот недавно Всемирная организация здравоохранения определила, что вегетарианство – это психическая болезнь, да? Ой, это я вас поддерживаю. Да, а гомосексуализм – это нормально. Вот, поэтому, честно говоря, вот этим вот людям, я не знаю, как их назвать. Вы против, мы так поняли, вы за. Первых или вторых? Тех, которые принимают там эти поправки, или как это назвать, да, влияют на умы вообще человечества, их нужно было бы отправить куда-то, ну, на космическом корабле, на другие планеты. Это же человеческий фактор. Это на самом деле, когда нет воли. Понимаете, раньше, ведь как говорили, государственный муж. Понимаете, человек, который не просто принимал решения, он еще отвечал за свои действия какие-то и не размазывал это по тарелке, а сам лично принимал за всю ответственность. У меня есть знакомая вегетарианка. Да, это прекрасно, но как можно призвать к ответственности этих мужей, чинов и так далее? Вы знаете, самое лучшее, самое их призовут к ответственности, я думаю. Вы знаете, самое лучшее, ведь мы сами наедине с собой, понимаете? Мы в конечном итоге решаем. Мы решаем подать руку
нуждающимся или не подать. Мы решаем, уступить место или не уступить, когда никто не уступает. Мы решаем, улыбнуться или не улыбнуться. Самое простое действие, понимаете, просто улыбнуться. Мы сами решаем. Они могут принимать все, что угодно, понимаете? Они не, могу еще поспорить с вами, например. У меня есть такой опыт, у меня есть знакомая, которая там где-то 12 лет она не кушала, была все-таки вегетарианкой, да, и когда потом брали ее там анализы, делали биохимию, все, у нее оказалось очень мало железа, анемия такая есть болезнь. Да, да. И все-таки вот у нее, вот, наверное, все-таки ей, когда она начала... У моей мамы она от рождения, это болезнь анемия, хоть она ест, да, мясо всю жизнь. Хоть кушает мясо. Но вот здесь, когда она начала кушать мясо... Сердце и психика — это разные вещи. Эта же организация, МОЗ, так называемая, несколько месяцев, полгода назад признала любовь психической болезни. Конечно, она признала... Но, вы знаете, это же в первую очередь политическая организация. И создавалась Всемирная организация здравоохранения Советским Союзом, как инструмент влияния. И вы понимаете, мы живем во времена глобализации. Нам пытаются говорить, вот мы должны жить так, как живут все остальные. А мы не хотим жить так, как живут все остальные. У нас есть язык, у нас есть культура и все остальное. То же самое касается и здравоохранения. Потому что это вопрос социальный, если их рассматривать более глубоко. Вот, поэтому, ну что нам смотреть? Ну, пускай они принимают. А мы скажем, нет, мы не согласны. И мы, например, докажем, что мы не согласны. Или не будем доказывать, как, например, поступают они. Никогда без объяснения причин. Вообще поэтому... мы где-то отвлекаемся от темы. У нас очень интересные гости. У нас все-таки про жизнь. Вот про вегетарианство, про все остальное мы поговорим позже. Я хотел бы еще нашего гостя, меня интересует один, такая тема, да. Вот сейчас модно все-таки, когда рождается ребенок, забирать пуповинную кровь. Или пуповину, что там? Вот. И пуповинную кровь, и пуповину. Да, и вот за это платят деньги, и говорят, когда вы заболеете, это все будет на все. Вот там есть стволовые клетки, наверное, да? Да, безусловно, там есть стволовые, да, клетки. То есть забирают пуповинную кровь, да, и для ребенка этого, который... Не только, почему? Это можно использовать и для родителей. Донорство, это семейное такое донорство, на самом так деле. Так вот, оно работает, а мне другие говорили, что если заморозить клетки, если заморозить пуповину, пуповинную кровь, там количество мало клеток, и там практически разогнать эти стволовые клетки невозможно. Разморозить, то есть они теряют, да, свои они свойства. Ну, или там невозможно разогнать до большого количества. Так все-таки это работает или не работает? Это или работает. Есть какие-то другие технологии? Я не понимаю этого. Это технология работает. Потому что мне это очень важно, я думаю, что это технология моей семье работает. Скоро появится, не появится, еще надо сделать ребенка, а потом может появиться. Я бы хотел, чтобы вы вот, все-таки вот, мне информации побольше. Можно? Это работает технология, но здесь ключевое слово технология. Технология очень дорогостоящая, потому что не просто кровь нужно морозить, а нужно доставать ее до клетки. Ну, морозят же пуповину именно... и кровь морозят, я насколько понимаю. Нет. Сейчас морозят, замораживают. Ну, мой товарищ, товарищ заморозил кровь и заморозил пуповину. Заплатил там 1000 или сколько-то я долларов. Я не знаю способов. А что делают в Москве? Я не знаю способов, как из замороженной крови, я подчеркиваю, именно крови. Вот все, что взяли вот в горшок, как набрали, так и заморозили. Я не знаю, как это выделить. Может, кто-то умеет. Мы не умеем это делать. А что имеете вы там в Москве? Пожалуйста. Нужно выделять. Нужно оттуда доставать эти клетки, потому что там присутствуют разные типы клеток, которые совершенно ненужные клетки. А нужно оттуда выделять клетки, которые имеют стволовость. А дальше эти клетки нужно выращивать, потому что их нужно определенное количество. Ведь работает не одна клетка и не 10 тысяч клеток, а работает большее количество. Ну вот с замороженной крови там и пуповины... Очень много людей, моих знакомых, заморозило это все. Все-таки выделят клетки или не выделят? Или богатые люди заплатили у тебя деньги? Знакомые. Если обратятся к нам с этим пакетиком замороженным, мы оттуда не сможем выделить. У нас телефонный звонок. Алло. Алло. Вечер добрый вам. Добрый вечер. Это вас беспокоит Владимир из Киева. Вы упомянули о ребенке, который умер без переливания крови. Да, у меня да. к вам два вопроса. Скажите, а почему не использовались заменители крови? И второй вопрос. Почему вы не говорите, сколько проблем от переливания крови и сколько людей погибает от переливания крови? А сколько людей погибает, когда ее не переливают? У нас разговор не... Это вы же так и упоминаете, что это двуякая проблема, которую нужно рассматривать с двух сторон. Нет, ну подождите. Во-первых, этот пример был приведен. Это же не в нашей клинике был, это было совершенно в другом городе.
И почему там не применялись заменители крови или еще что-то, это... Я совершенно не знаю об этом, поэтому я не могу это комментировать. Но мать отказалась. Да, от последнего варианта. И от заменителя крови отказалась. Да. Вот. Ну, я думаю, что та религиозная организация, которую вы упоминали там о заменителях крови, там совсем другой подход. И вы прекрасно об этом знаете. Почему вы... Владимир, мы точно не знаем этого. Ну да, не надо. Подождите, говорить, подождите, спасибо, о каких заменителях, о каких заменителях крови идет речь? Скажите мне, пожалуйста. Что? Какие заменители крови идет речь? Не, ну заменители. Не, ну вы назвали, скажите, пожалуйста. Я так вот вам задаю вопрос. Вы считаете, я не знаю заменителей крови, где? Мы упоминали о том, что есть и другие проблемы. Какие? Стороны, ну, какие проблемы существуют? Да, одна из проблем, например, оперогенная реакция, например, или перепутали группу крови. Но это единичные случаи. Кровь переливается реками. Понимаете, это в огромных количествах. И случаи эти единичные. Существуют заменители крови? В то же самое время и переливают крови заменители, При массивных... Лучшие результаты, например, восстановление человека быстрее идет, чем при переливании крови. Владимир, вы врач? Знаете, вы извините меня, пожалуйста, я честно вам скажу, я не знаю заменителей крови, которые при массивных кровотечениях могли бы заменить кровь человека, понимаете? Я не знаю таких, а это над этим работают, понимаете? Но я не знаю таких. Это, во-первых, во-вторых, они могут быть зарегистрированы какие-то, они могут быть зарегистрированы в одной стране, но они могут быть не зарегистрированы у нас в стране. И я вам хочу сказать, что те, кто придумывает искусственную кровь, где они станут очень богатыми героями. Людьми. Ну, у нас сейчас герои — это те, которые очень богатые. Ну, тогда проблему надо рассматривать с другой стороны, что нужно регистрировать и разрабатывать заменители. А вы себе вообще представляете, нужно регистрировать и зарабатывать? А ребенок умер. Разрабатывать. Но вы себе вообще представляете масштаб этого всего? Это, во-первых. Во-вторых, я не вижу ни этических, ни моральных проблем вообще об этом говорить. Ведь вы понимаете, это 11 век. Это 11 век. Ну, давайте сидеть, охотиться на оленей, жить в палатках, лобковых шей размножать. Ну, давайте так сделаем. Что уж там? Не, подождите. Вы сейчас говорите не по теме. Я вам говорю, что... Мы говорим по теме. Крови заменители — это, наоборот, 21 век. Таких не существует, вам же сказали. Которые могут спасти человека в такой ситуации. Я еще раз говорю, что над этим работают. Один из моих учителей над этой проблемой работает уже более 50 лет. И, кстати, он один из немногих, который добился маломальски каких-то результатов в этом. Переносить... Ведь, понимаете, кровь выполняет не только функцию переноса кислорода. Это и факторы свертываемости крови. Понимаете, реология крови – это поддержание... Вопрос комплексный. Понимаете, это настолько системный вопрос. Будь здесь гематолог, он бы вам еще раз... Иммунные ответы. Вы себе просто не представляете целый каскад процессов, которые развиваются в организме человека. А вы хотите взять какую-то там маленькую молекулу, воду, засунуть ее, и вот будет жить, и говорить о том, что Бог против. Если говорить об этических аспектах... Я не думаю, что Бог или тот, кто нас создавал, был бы против жизни. И ради жизни, тем более, вы меня извините, пойти отдать 200 кубиков, пол-литра крови, здесь нет ничего такого. И, знаете, здесь я вам хочу сказать, как человек, в данном случае без моих каких-то профессиональных, до такой степени ханжество и невежество, когда... решает вопрос глупая женщина, глупейшая женщина, которой Бог подарил ребенка. Многие люди мечтают о ребенке. А она, пользуясь какими-то своими однобитными критериями, я подчеркиваю это. Одноклеточными. Она решает вопрос маленького существа, который по закону не имеет принимать решение. Она за него принимает решение. И это все во благо. Знаете, во благо евреев фашисты уничтожали когда-то. Это не благо. Это позор.
позор 21 веку. Потому что можно изучать мечников, между прочим, не мечников. Ой, господи, в эфире вылетела у меня фамилия, физиолог наш, Павлов, академик Павлов. Вот, вам пример вообще полета мысли, Нобелевский лауреат, академик Павлов. Первый Нобелевский лауреат. Да, выдающийся физиолог. Вы знаете эту историю? Он был единственным, у которого были сани. Ему Красная Армия выделила сани. И вот он ехал на этих санях и крестился, когда проезжал церкви. Так вот, кучер, который там сидел, он же не знал, кого он возит в этих санях. Ну, блатного какого-то. Ну, не знаешь, кто такой поворачивается в очередной раз, когда тут перекрестился, и говорит: «Темный вы наш». Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому, понимаете, можно развиваться параллельно. Католическая церковь, когда Гагарин полетел в космос, католическая церковь говорила, что он там, если не увидит Бога, просто он чуть-чуть дальше находится. Это ограниченность ума, когда вы Бога воспринимаете каким-то дурачком, который сидит на каком-то спутнике или еще где-то. Все намного глубже, все намного умнее, все намного проще. Но никогда нельзя распоряжаться жизнью человека вот так вот ради каких-то, если бы это был мой ребенок, я бы в ад пошел для того, чтобы его спасти. А это все, понимаете, это все кормежка финансовая, скорее всего. Ну вот человек позвонил, он уверен в том, что есть заменители какой-то крови там, да? Искусственные, и можно спасти раз-два. Вы знаете, я думаю, вы в следующей передаче можете пригласить реаниматологов, например, и обсудить отдельно эту проблему. Я на сегодняшний день не знаю таких кровезаменителей, еще раз подчеркиваю, которые бы могли, например, при массивном, там, при потерях больше, там, например, там, 2-3 литров заменить бы кровь. Это огромнейшая проблема. Это была огромнейшая проблема и будет. И невозможно создать, потому что система многофакторная. И хотя бы маломальски приблизиться, к этому пытались, но не могут, войны идут, вы что думаете, не нуждаются в огромных объемах крови, что ли? А я знаю эту историю, этих рассказах, этих заменителях крови и все остальное, которые там почуют и все остальное. К сожалению, ведь почуют это людей, которые не разбираются в этом вопросе. И в этом-то вся соль, обида, вот, что люди думают, что это можно вот сегодня, сейчас. И что это за Бог за такой, который ради заменителя крови убивает детей. Я хочу сказать еще одно, что были очень интересные слова высказывания Павла Яна II по поводу всяких там ситуаций. Он говорил, все, что дает человеку жизнь, лечит его, оно от Бога. В учебниках хирургии утверждается, что первое зафиксированное переливание крови в истории было выполнено в конце 15 века папе римскому Иннокентию VIII от двух мальчиков. Он умер. Мальчики тоже. Тогда еще не знали о том, что есть группа крови, там они бывают разными и так далее. Неочевидное, та дуже імовірне. Сьогодні говоримо про життя вічне. Хоч відхиляємось від тематики трошечки нашої, хоч за великим рахунком вся програма наша присвячена цьому. Тому що медицина, всі її зусилля спрямовані на те, щоб покращити наше життя. А якщо життя стає краще, можливо, і жити ми будемо довше. І красивіше будемо, правильно? Можливо. Давай запитаємо Дениса, чи можливо от буває так, що якісь проблеми з лицем, ще щось там є, якісь там шрами на українській мові, шрами. Він нас розуміє, я знаю, що він з Донецька сам, Макіївський, напевно. О, так ми зйоми. Да. А, що ж ми тоді тут, розумієш, що то переходимо на різноманітні мови наших дружніх народів. От і знайшли порозуміння. Так стосовно от краси. Ну да, оцих активних білків, плаценти в таблетках. Ми так зрозуміли, що в кремах вона не дуже допомагає, що є щось, що треба колоти. Я так з його слів почув. От буває так, що дійсно є якісь травми на лиці, ще щось там, от і роблять там пластичні операції. А от активні білки, я знаю, я коли мали зустрітись з ним, я походив по інтернету, так, і подивився, що у нашого гостя є протиімунна терапія, протиракова терапія. От, що це таке взагалі? Можна запитати нашого гостя? Ну, относительно рубцов.
Рубец – это вообще проблема. Есть прекрасная книга профессора Золтана, написанная давным-давно, называется «Цитата Рекса Оптима. Оптимизация рубца». Все, любое повреждение у нас в конечном итоге заканчивается рубцом. И не только на лице или еще на каком-то, только то, что видно глазу. Но в организме это же точно проблема. Так же. Конечно, это проблема. На самом деле, вот решение проблемы рубца, оно и является фундаментальным, потому что мы, это защитный механизм у нас, потому что рубец формируется быстро, и мы благодаря формированию рубца, например, не погибаем от тех же самых там, инфекций. Вот. Но с другой стороны, в настоящее время, на сегодняшний день, в 21 веке, это вот такая вещь, которая, скажем так, либо не эстетична, либо калечит, либо это не функционально. Например, инфаркт миокарда заканчивается рубцом. И проблему эту решают, нужно решать, и решаем эту проблему. А и я видел, переходим от решение тяжелых больных, там, ожоговых больных, например, когда мы получаем у них прекрасные результаты. А потом, конечно, можно перейти в эстетику, но не наоборот. Не начиная с эстетики, а потом переходить на, скажем так, больного, по-настоящему больного человека. А наоборот, если есть возможность, технология позволяет решить проблему ожоговых больных, последствий ожоговых больных, рубцевания, контрактуры. Вот это прекрасно. И если там мы получаем результат, то, конечно, таким образом, например, помочь пациентам с какими-то проблемами, скажем так, небольшие, или то, что их просто беспокоит, или просто, например, помочь улучшить качество их кожи в том числе. Это прекрасная технология. Не, а вот еще один. Я видел тебя там где-то, нашел в интернете женщину, у которой был какой-то большой коллоидный рубец, и там была какая-то операция. Да, это одна, это было это, уже... Ты же сам еще химик, насколько я там читал, ты МГУ закончил, да? Да, химика. Да. И там была какая-то проведена операция, и вырастилась новая кожа без рубцов. Я это действительно на четвертый месяц, я вижу, как там держат, и нету рубцов, и страшный коллоидный рубец. Что это такое? И что такое автоиммунная терапия и противораковая терапия? Можно мы говорили о клетках, да, когда мы используем клетки. А в данном случае технология, которую мы создавали, это называется организованным пространством, когда используется какой-то материал, который стимулирует рост тканей не по типу рубца, а когда эти ткани восстанавливаются. И на сегодняшний день мы разработали такой материал, который используется в ожоговых отделениях. Он зарегистрирован, уже на протяжении полутора лет применяется для... Но мы не слышим этого, нигде не видно. Но это специфическая технология, которая вот использует... Ну, ведь многие вещи нужно раскручивать и подходить к этому с Но точки зрения... Но это же могло бы спасти многим жизнь людям. Или красоту, или проблемы убрать, боль убрать. У человека существует боль, на лице рубец. Безусловно. Но мы люди, которые... Это правда вот об этой женщине? Да, то, что я конечно. Нашел? Она не одна единственная уже на сегодняшний день. Но она тогда была одна из первых. Вот. И зовут ее Ирина. Вот. Прекрасная, красивейшая девушка, женщина. Вот. Поэтому многие технологии просто погибают, потому что не выдержат какой-то борьбы конкурентной, например. Что такое иммунная терапия? Я этого не... Да, вот что это такое? Вот я знаю, что вот у вас существует, я читал, что вы занимаетесь иммунной терапией. Что это такое? Пожалуйста, если можно, кратко. Ну, кратко. Мы стимулируем иммунную систему для борьбы с каким-то внешним фактором. Будь то микроорганизм или будь то, например, опухоль, все они имеют какую-то определенную структуру антигенную, считывается эта структура, но по каким-то причинам организм не видит этого. Вот для того, чтобы он увидел, мы применяем определенные технологии. Например, очень удобная технология в борьбе с инфекционными болезнями, очень показательная технология при лечении онкологических заболеваний. Причем я здесь подчеркиваю, при таком роде использовать технологии можно использовать все остальные технологии, будь то химиотерапия, хирургическое вмешательство или лучевая терапия.
Но этого у нас в Киеве нету, а в Москве это есть. Это но я недаром в начале передачи говорил о таком профессоре Гавала. Если такого выдающегося человека в советское время гнали в шею, а потом встречались с цветами. И... Сначала в Америке с цветами, а потом да, у нас. А потом уже у нас, да, безусловно. Нет пророков в своем. Вы должны понять, что все-то ведь стремятся к простоте. А в данном случае технологии, которые очень затратны. Кто будет оплачивать это? Но есть же люди, которые имеют деньги, они готовы платить за это все. Ну, они и платят за это. Они об этом знают. Мы говорим о каких-то фантастических технологиях, которые большинству населения планеты вообще недоступны. Ну, мы просто говорим о том, нет, ну, нужно говорить о том, что они существуют, и, наверное, они доступны. И мы стараемся для того, чтобы они становились доступными, но ты лечил когда... людей бедных. Вот нет. Ты применял эти технологии над бедными людьми, у которых нету денег? Ну, конечно. Ну вот у тебя есть, расскажи, вот случай хотя бы один какой-то. Есть у тебя такой случай, ты можешь нам рассказать? У нас а какой смысл? Бедного лечить. Бедного лечить. А мы лечим человека, мы не спрашиваем, бедный он или богатый. Я не смотрю и не сканирую, сколько у него денег и все остальное. И зачастую человек просит, помогаешь, все остальное. Какой-то ненормальный гость. Я вчера, поэтому... вчера в нет, метро... Нет, ну, господа, ну вы тут тоже должны... Нет, ну это все... Я не знаю, кто где как. Я знаю, как мы, как мои коллеги... Как я, как мы живем. Я не знаю, как живу, в каких страстях живут другие люди. А я скажу, в каких. Я вчера в метро насчитал 3 лайтбокса и одну, проектор, проекционный экран на стене в метро, где сообщалось о том, что собираются деньги, пожертвования для наших украинских детей, которых не могут вылечить в Украине, и их нужно отправить на лечение за границу. Всем миром собираем. И там четко написано, какими болезнями болеют эти дети, о которых большинство людей даже не слышало. Что последняя надежда, это реклама, это информация сопровождает всю нашу жизнь. Можно я вас перебью? Но если бы эти люди или эти фонды платили бы те же самые деньги тут же в Украине, им бы помогали, я более чем уверен. Фондов нет. Это собирается с помощью смс-сообщений и пожертвования частных лиц. Ну, я в общем говорю, что если бы эти деньги платили... Величайшие люди здесь живут и работают, профессионалы. Но почему-то считают, что поехать в Израиль или в Германию отдать 100 тысяч евро, это нормально. А прийти в поликлинику и заплатить деньги, это ненормально. Но вы понимаете, ведь здесь уже вопросы отношения. И вот в чем подход. Значит, наших людей там раздевают, раззувают. Вот. Богатых. И, тех, кто да имеет. Почему я хочу сказать, так всем миром собираемся на детей. Все миром собирают. Но при этом остальное. Евро-2012 мы будем проводить. Вот интересно, когда к нам приедут туристы из-за границы, да, на Евро-2012, в Украине вот эти вот лайтбоксы про больных детей, которых не могут и не за что лечить в Украине, заберут или нет? Я вам скажу так, я вот год назад был, вот Киевская опера, прекрасное вообще место, и давали сельскую честь. Сельскую честь редко дают, и в Москве нету. И я поразился, думаю, как это так, сельскую честь вот в Киеве ставят? Думаю, пойду-ка я схожу в оперу, и на сельскую честь... Моя любимая, одна из. И я вот сижу, слушаю, знаю практически наизусть ее. И я думаю, боже, я поражаюсь. В стране, где люди слушают гоп-гоп-гоп всякое, все остальное, потрясающий такой оркестр, такой дирижер, какая там Ля Скала, хор какой-то. Понимаете? Вот вам и ответ. Мы многогранны, мы разные. И... То же самое касается и лечебного процесса. Ведь каждый человек хочет по-разному. Вот как к стоматологу приходишь, хочешь пластиковый зуб, хочешь керамический, хочешь вообще без зубов ходи. Подход такой, не мы этот подход придумали. Это системные вещи. Поэтому мы не занимаемся какими-то социальными аспектами. Мы занимаемся, еще раз говорю, решением определенной проблемы. А как она дальше уже будет развиваться? Примет ее общество? Не примет ее общество? Это личное дело общества, но не наше. Но существуют эти вот противоминная терапия, конечно, противораковая существует. Терапия. Ты можешь вот нам сказать, у нас есть
есть, мы можем сказать, что существует противораковая терапия. И до какой в мире существует мире. Вообще? В мире существует, безусловно. Ну а как в России, в Москве это у нас химиотерапия только существует. У меня отец умер год назад от рака. А вот противораковая терапия. Все, что ему предложили, это влить в себя отраву. Но почему отраву? Ну вы тоже это не конструктивно. Ну а противораковая терапия это что такое? Вот если кратко, у нас уже очень эфир кратко. Заканчивается. Во время операции либо биопсийным путем, либо оперативным путем достается опухоль. За счет антигенной структуры выделяются клетки, белые клетки крови круглоядерные. Киллеры антигенные. Или как? Ну, там есть и киллеры, и хелперы, и супрессоры. Mm. Все они нужны. Вот. Дальше это антигенная структура, грубо говоря, так как рыцарь латы надевает, вот точно так же эту антигенную структуру надеваются на эти клеточки, и дальше все вводится пациент. Они распознают, так как это происходит в естественным путем реакция на ту же самую, которую Мечников открыл, реакцию на занозу, когда ему в палец попал от розы, и вот у нас мгновенно нарыв, да, вот появляется воспаление и все остальное. Вот точно так же они начинают реагировать на опухоль. Да, потому что говорят, что наши вот там киллеры, мы простыми словами говорим, не видят опухоли, раковые опухоли. Опухоль-то является частью ткани. Но в процессе вот такого вот деления неконтролируемого есть вот определенные места, где она чуть-чуть, скажем так, отличается по своей структуре. Поэтому мы и используем это. Один вопросик. Возможно ли, что через какое-то время, через пару лет или через десяток лет, люди будут вспоминать, как лечили онкологию в начале 21 века и будут удивляться этой жестокости и этому невежеству? Я вам отвечу. Это не про... Ведь вы понимаете... Химиотерапия технология, имеется в виду. Технология не является мерилом какой-то жестокости или еще чему-то. И я вам скажу так, есть случаи тогда, когда нужно, когда это война. Понимаете, нет войны без крови, нет войны без... Нужно к этому подходить серьезно. А когда, конечно, вы приходите, и вам лилейно там что-то рассказывают, какую-то бла-бла-бла, вот вы знаете, так все классно и все хорошо, это мы переняли вот нашу иностранную на этот подход и все остальное. В итоге человек расслабляется. Нужно четко понимать тогда, когда нужно воевать, когда нужно бороться, а когда нужно поулыбаться и сказать, Денис, знаете, здесь лечить нечего. Еще один вопрос. Вот я знаю, когда есть, я читал... У нас минута до конца эфира. Да, подтверждение было вот такое, что когда делается трансплантация органов, да, одним людям подавляют иммунную систему, всем чтобы подавляют. Она... А вот есть люди, которые принимают это все, какие-то качества, которые есть в этом органе, и им не применяется вот противоиммунная терапия. Это правда или нет? Вот я это читал... Супрессирующая, иммуносупрессирующая терапия. Та, которая подавляет иммунитет. Да, чтобы не отбросить. Всем применяют. Просто есть разные механизмы ответа. Есть трансплантат против организма, есть организм против трансплантата. И поэтому еще один вопрос. Сколько жить будут люди? Вот быстренько, сколько? Вот может человек прожить по-твоему? 100 лет, 10 сколько лет, 20 лет, 50 лет? 163 года, как мы говорили. У меня нет еще наблюдения вечной жизни. Когда я получу хотя бы несколько достоверных результатов, я об этом скажу. А для себя? Для себя столько, сколько Бог отвел. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение. Зир, слух, тактильність. Вам цього достатньо? Кожної середи з 20.00 на Радіо Ностальжі говоримо про речі неявні, проте достатньо реальні. У програмі «Неочевидне та дуже імовірне». Ведучі програми Василь Мосійчук та Олександр Лірчук.